Скорость и невнимательность привели к печальным последствиям Новоселковой. А в районе улицы Василковой произошло ДТП. По словам очевидцев, Mitsubishi Legnum двигался со стороны Баляева в сторону второй речки. По непонятной причине машина вылетела на обочину. Прибыв на место происшествия, команда программы «Автопатруль» ни водителя, ни пострадавшего не застали. Поэтому судить о том, что произошло, можно лишь по рассказу немногочисленных очевидцев. Один из них двигался непосредственно за Mitsubishi, когда тот вылетел в кювет. Ну, я ехал по Василковой вниз, меня обогнал вот этот Галант. Ну, как-то не очень... ехал агрессивно он и не справился с управлением, и в бордюр вошел. Все, водитель встал, посмотрелся и ушел. Куда ушел водитель, были ли еще участники в этом происшествии, сказать сложно. А также в каком состоянии находился водитель, неизвестно. По словам сотрудников придорожного кафе, в этой аварии был еще один автомобиль. Машины вроде как соприкоснулись, однако куда делся второй автомобиль, никто так и пояснить не смог. Сейчас на месте происшествия вызваны сотрудники полиции, которые и будут выяснять причины данного происшествия, а также кто и сколько человек пострадало.